Вижу, что вы жутко кайфуете с рубрики «Мангалов». Тогда вам просто нужно приготовить шашлык из перепелок. Тем более, что для маринада нужен только сок апельсина, красный лук, немного соевого соуса и, конечно, тимьян. Наших грязных малышечек маринуем 30-40 минут и выкладываем на решетку. Разводим мангал. Перепелки готовятся быстро, но при этом легко сгорают. Часто переворачивайте, чтобы получить идеальную корочку. Через 15 минут все готово. Подаю на слайсе свежего апельсина. Сохраняйте себе рецепт и пробуйте. Приятного аппетита!